Чтобы не пропустить новое видео, подпишись на мой канал. Так, всем привет, пришел сегодня человек, телефончик. Еще один пришел. Так, Nokia E7. Такой вот синяя упаковка с надписями. Так, посмотрим, что там у нас внутри. У нас внутри сам телефон. Вот он. Так. USB кабель длинный, зарядное устройство, наушники обычные, мануал и диск. Придачу. Так, взяли сам телефон. Так. Сейчас он включится, пока он будет включаться, мы его будем смотреть. Вот такой вот аппаратик в пленочках. Заглушечка он сверху есть. Камера на 8 мегапикселей. Так вот она открывается у нас. Сейчас все загрузится пока. Туговат немножко. Хотя такой неплохой. Вроде как AMOLED экран стоит. Яркий. Не работает нормально сейчас. Правда. Пока, блин, понял, как его открыть. Капец какой, тут еще надо приловчиться. С таким себе шифром открывается. Работает нормально. Работает явно гораздо быстрее, чем Nokia N8. Да и поприятнее будет. Такой аппаратик солидный. Тяжеленький такой весь, если чувствуется, что металл. Хороший аппарат. Там, где тут у нас камера есть как. А, у нас тут отдельная кнопка на камере, по-моему, да? Да, есть, вот она. Камера запускается. Что-то будто показывает, я пленку просто не снимал. Нет. Камера работает. Так. Ну, в общем, все, ребята, всем спасибо, пока. Понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся на канал.